проектировщики, как архитекторы, как вы видите использование парка и как зонирование территории сначала, чтобы именно нам выполнить все регламенты по этой территории, ну и плюс к тому что-то новое преподнести в этот парк? Ну, мы сейчас, во-первых, восстанавливаем дендроплан, делаем его понятным, чтобы где какие породы деревьев растут, да, потом, может, поставим таблички, это раз, а потом мы одной, скажем так, из функций парка мы хотим здесь сделать оранжерею и расширить, то есть ассортимент тех растений, которые будут представлены в парке. Мы понимаем, что у нас на территории парка есть ценные породы деревьев. Это прежде всего дубы, липы, березы, которые нам нужно по максимуму сохранить. И, значит, какая-то санитарная обрезка этих деревьев предусматривается. Берем за основу историческую составляющую парка, да, это все-таки сад, соляной сад исторический. Мы его хотим, эту функцию восстановить деревья, которые утрачены были, какие-то, наоборот, деревья вырубить, сделать санитарную чистку. Но, Денис Иванович, вы знаете, что у нас тоже по регламентам 60% это должна быть зона релаксации, то есть это должна быть зеленая зона. Это у нас, вот этот баланс, он будет у нас сохраняться. Но мы будем использовать те площадки, которые уже сейчас существуют, и их ремонтировать, где-то какую-то новую функцию придавать, поэтому в этом проблем, я думаю, не будет. Я знаю, что у вас есть предложение и по центральному кругу, как по-другому, чтобы выглядела эта территория. По центру круга мы предлагаем сделать мини-карту объемную Череповца, ну, вот это вот да, в центре круга, да? И чтобы там были обозначены исторические части города и какие-то памятники, и в том числе современные какие-то уже новые появившиеся объекты. Есть очень большой запрос, это для того, чтобы в парке играл духовой оркестр, была танцплощадка. Значит, я надеюсь, что мы вот в рамках как бы концепции развития должны обязательно предусмотреть какую-то эстраду и площадку там, где могли бы люди танцевать и использовать ее как лекторий и все. Вот что с этой площадкой? Какие мы вот с вами предварительно, когда ходили, смотрели варианты площадок и, конечно, нашли площадку такую с вами, которая вроде бы устроила и вас, и скажем так, проектировщика в дальнейшем устроит. И на ней уже будем размещать какой-то вариант либо ракушки открытой, да, какой-то площадки, либо, может, предложим вариант какой-то там полузакрытой истории. Это будет где-то находиться недалеко от центральной аллеи, в начале... Да, за памятником Ленина. Вот эта большая площадка, которая у нас есть, она будет свободна от аттракционов, но она будет такая легкая и многофункциональная. Территория парка достаточно такая сырая территория, особенно низкая территория вдоль улицы Луначарского. Какую дренажную систему на этой территории? Проанализировали состояние, проанализировали уклоны парка, да, и пришли к выводу, что можно сделать открытую систему дренирования и ее использовать еще как эстетическую составляющую парка. Сделать систему неглубоких прудов, и то есть во время, когда идут у нас сильные дожди и там подтапливается территория, эти пруды будут собирать воду, и она будет, скажем так, выглядеть очень симпатично, да? И около прудов сформировать такую зону отдыха. У нас тоже больной вопрос – это использование парка в зимних условиях, потому что, конечно, вот в этот год у нас не позволял, например, там заливать каток или что-то, но я думаю, что могут еще погодные условия измениться, и потребуется то, что каток в этом парке будет востребован. Вот у нас ведь не будет какой-то отдельной площадки, да, то есть мы будем использовать какую-то уже созданную территорию под заливку на каток. Ну, мы будем использовать существующий план парка и существующие какие-то галереи и аллеи, да, парка. Вот. И в одной из круговых аллей, которая раньше была, мы предлагаем сделать такой круговой каток, каток для отдыха. Это сооружение, где люди будут кататься и летом, и зимой. Летом они будут кататься на роликах. Вот. Здесь можно будет снять, в аренду взять оборудование. И зимой, естественно, коньки. Обязательно должны у нас в парке возникнуть прокат спортивного инвентаря, что нам тоже не хватает, потому что многие хотели бы здесь кататься, вот, но пока не на чем им. Сейчас очень модно у нас заниматься спортом. Это бесплатные такие тренажеры и все. Вот где вы предлагаете, на какой территории, и будут ли у нас вот ваши концепции вот такие? Ну вот у нас есть одна из территорий, которую она уже сейчас востребована, это веревочный парк. Да, вот и рядом с веревочным парком, то есть мы предполагаем разместить зону воркаута и уличных тренажеров. Они открыты, доступные будут. Вот, благоустроим территорию, сделаем какие-то, то есть, места для отдыха и переодевания. А что вы предлагаете для организации отдыха, то есть развлечения, значит, наших горожан? Вот сейчас у нас здесь все-таки расположены механические аттракционы, передвижные аттракционы. Мы какую-то часть ведь оставляем в любом случае. Мы предлагаем их аккумулировать и сформировать, то есть, такую зону активного отдыха, аттракционного отдыха, и, скажем так, уже сделать более современные аттракционы, но предложить, по крайней мере, предпринимателям, чтобы они немножко больше внимания уделили качеству самих аттракционов. Сейчас очень много таких объектов маленьких, все они такие разномастные, не очень привлекательные, эстетичные. Я думаю, что нужно какой-то обязательно определенный вид всех объектов разработать, а лучше всего, если бы мы в рамках проекта уже установили эти объекты и потом сдавали бы павильоны под аренду торговых точек, тех же тиров и тому подобное. Ну, мы пока предусматриваем в схемах, да, размещение этих павильонов, и молодым архитекторам предложили поучаствовать в разработке этих павильонов. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы появился какой-то общий стиль парка, да, и мы его уже, скажем так, потом доносили и до тех людей, которые здесь будут снимать в аренду эти павильоны и оказывать услуги.